Технологии теперь будут изучать школьники Радужного. Здесь открыли детский технопарк «Кванториум». Это площадка для юных талантов, инженеров, конструкторов и ученых. Заниматься здесь можно по пяти направлениям. Туристско-краеведческое, геоквантум, робоквантум, IT-квантум и хай-теч. Научно-технический центр открыли в пустующем здании аэропорта. В здании полностью сделали ремонт, заменили инженерные сети, установили пандусы. Только высокотехнологичное оборудование обошлось в 53 миллиона рублей. Столько же потратили на обеспечение безопасности. Здание оградили, установили шлагбаумы и систему видеонаблюдения.